кому? Я? К Вахтангу мы договорились. Как фамилия? Ты скажи, брат, что земляник пришел. Я говорить ничего не буду, я не секретарь, иди так. Ну и правильно. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Кто вам сказал ко мне в гости зайти? Мы с вами как-то играли вместе, может быть, помните? Бильярд не считается. Я работал в Москонцерте. У нас есть общие знакомые. А, тогда ясно. Здрасте. Здрасте. Садитесь, пожалуйста. Дело начал, да? Ну, можно сказать, начал, ну так, по-мелкому пока. Дом взял где-то на Солянке? Нет, ну недалеко. Там. А это что? А, это, так сказать, гостиница. Пахнет хорошо, да? О, красавец, Балык, красавец, да. Ребята, вот прям вот сегодня из Астрахани самолетом прислали. Да, но я в кино видел, что дарить рыбу на Сицилии – дурной знак. Ну, дурной знак, когда рыба тухла. А это не тухлая. Нет, что вы. Это рыба не тухлая, конечно. Вкусно пахнет. И здесь, на Сицилии. Ну, что ж, какая Сицилия. Да. Спасибо за гостиницу. Красивый балык. Не пересушенный. А. Такой жирный балык. Жирный, жирный, жирный. Холестерин сплошной. Американцы говорят, что холестерин вредно. Бляшки в сосудах образуются. Бляшки? Бляшки, да. Это у американцев. Что вы, ну их слушать. Я тоже так думаю. Ну их. Да, у них бляшки, а у нас весь холестерин на какашки. Давайте пойдем в кабинет, там поговорим. На какашки, да. А рыбу потом будем кушать. Потом. Нам есть о чем поговорить. Да, есть о чем поговорить. Да. А рыбу потом. А рыбу потом. Да, золотой, жирный балык. Садитесь, пожалуйста. Жирный. Да, жирный балык. Теперь мы жирный балык распределять будем по справедливости. Да? Правильно? Да. По справедливости. Одну минуту, пожалуйста. Алло? Да. Чути. Рыбки захотелось. Куда спешим? А ты что, бюро пропусков на режимном объекте? Или тут засада? А? Участковый инспектор я. Подрабатываем. Ну, попросили. Понятно. А я хозяин этой малины. Тогда извиняюсь, проходите. Молодец, держи. Благодарствую, ваше благородие. Благодарствую. А козырнуть слабо? Да легко. О, генетика, а? Что? Да нет, я так, ничего. Луку мешок. Ключи, земляник. На дворе. Ключи, я сказал. О, Жора. Вообще. Давай, 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 давай. Сволочь. Что? Ну, давай, давай, пошла. Жора, Жора, деньги. Я не ожидал, что ты так быстро. Я думал, что, по крайней мере, через неделю приедешь. А тут, понимаешь, у меня тут такая лафа пошла. Я сейчас все объясню, Жора. Сейчас все, я все объясню, Жора. Лафа это когда, понимаешь, Жора, Жора. Ну как пошли вон отсюда! Тихо, ребята, это мой компаньон! Тихо, вот хороший парень! Хороший парень! Пошел вон! Сказал, идите вон, твари. Извини. Не трогай лапу. Тебя больше ни к печатям, ни к бумагам, ни к деньгам не подпущу. Да, пропади, не помню. Извини, земляник. Твои печати, бумажки пропади пропадом. Я... игрок, Жорик. Печати, бумажки, они с игроком несовместимы. Да какой ты игрок. Игрок, ты совок. Мохин Александр Михайлович, глубоко советский человек. Кто совок? Ты совок. Главное хапнуть, а потом хоть трава не расти. Жорик. Ладно, Жорик. И лед надо сразу прикладывать, а не через полгода. Жорик, иди в жопу. Твоя, между прочим, работа, художник Модельяни, нарисовал этот. Ты пчелок своих учи. Что, на еще ударь, на, давай. Медведь. Земляник. Чего? А ты в летающие тарелки веришь, нет? А что-нибудь случилось? Да нет, пока ничего не случилось. Просто интересуюсь. Позволь спросить, почему тебя так тарелки заинтересовали, еще и летающие? Так, проблемы НЛО. Кружатся они там над нами. Смотрят, как мы тут воюем, копошимся. И думают, будто земля тараканами населена. Белыми, черными, желтыми. Вообще таракан? Кто таракан? Мы. Это кто так думает? Как кто? Эти пришельцы. Поэтому на контакт не идут. А зачем им контакт со злыми насекомыми? Жорик, что ты не несешь какой-то шизиню? Ты еще таракан, это... Да какая шизня? Все основания для этого имеются. Ну, какие основания? Да стремление у нас таракани. Нет, Жора, нет, вот тут нет. Ну а что, нет. Что ты так заволновался? А я не волнуюсь, мне просто за людей обидно. И мне тоже за людей обидно. Съеду я к тебе завтра. Общагу. На работе кое-кто поставил. Давай. И так злоупотребил твоей добротой. Ну, как знаешь, как знаешь. Как я тебя попрошу, Жорик, завтра утром давай вместе со мной съездим в одно место, потому что я туда один не могу. Ну, так надо. Пожалуйста, я прошу. Ну, а потом делай, что хочешь. Как карта лежит, как говорят. Кто-то орет в поселке. Либо свадьба, либо поминки. Слышь? Слышу. Ну вот. Мы пришли. Заходи, Георгий. Всю жизнь прожили вместе и умерли в один день. Как раз сегодня. Отец вкалывал всю жизнь. А мать содержала дом. Великое искусство — содержать дом. Нет, я-то, конечно, шалил. Дня по два, по три дома не ночевал. Но всегда возвращался с кем-нибудь, потому что при посторонних она никогда не ругалась. Ни звука, ни шушучки. Всегда чай с булочкой, сахарная пудра. Я, наверное, тебя и попросил прийти из-за того, чтобы она не ругалась. Теперь гроза миновала. Так что можешь идти, спасибо. Да нет, теперь уж подожду. А я выпить хочу. Давай, я тоже. Так очень сидит бормотуха. Придется пить из горла. Такова традиция. Ничего, можно из горла. Извини, закусить нечем. Вот стоят люди. Не на асфальте. Сухой земле. Такое все выжженный. Они трещинки такие идут. Паутина из маленьких трещин, которая потом превращается в такую пропасть. Отделяет каждого от каждого. Узкая пока. А потом бездна. Сон, что ли, приснился? Почему сон? Самая натуральная явь. Никто дома содержать не умеет. Землю тоже. Все, знаешь, как... Такое беззвучное землетрясение. Потом раз. Жертв никто не считает. И все в жопу. Здорово сказал сейчас, правда? Поэтично. Ладно, давай, бормоток. Еще подаешься. Нет, правда. Спасибо тебе, что я согласился пойти. Я соком водочку попросила. Спасибо, Риночка, спасибо, головушка. Вот бредятина, а? Вот эти сухие и полусухие законы. Вот бред. На этой бредятине, Петр Алексеевич, кто-то состояние огромное сделал. Это да. Это да. И на ноги встал надолго. А мы упустили жилу. Теперь не всунешься. Да ладно завидовать, Жора. Чего ты завидуешь? Во-первых, знаешь, как умные люди сказали, едем до Зайна, каждому свое. Это во-первых. А во-вторых, мы с тобой все равно идем другим путем, правильно? Да, мелким мы с тобой путем идем. Надоели эти... трусики, колготки, брошки с унитазами. Надоели, говорю? Пора пошире раскрутиться, пока там. Ну? Драка на Олимпе. Понятно. Давай. Раскручивайся. Ну вот. Посмотри. Что это? Да ты внутрь не лезь. Ты название прочти, название. Вечная память павшим матросам. Фонды. Фонды? Фонды. Знаешь, что ребят придумали? Все налоги со всех кооперативов, которые под крышей этого фонда функционируют, идут, знаешь, куда? Я тебе скажу. На озеленение... Подожди, как нет. А, вот, на озеленение братских могил в лесах Беларуси. Подожди, чьих могил? Павших же матросов. В Беларуси? Именно. Понял? Что, может быть, нам под Чернобыль тогда скосить, а? Ну, спохватился, брат. Чернобыль уже обширен, там мухи негде покакать. Я вообще балдею от нашего цинизма. А-а-а, балдею. Ну, тогда иди в этот самый благотворительный фонд какой-нибудь, к сестрам милосердия, к матери этой Тарзане. Как ее, блядь, Терези. Подожди, идея, а что, если что-нибудь... по женской линии что-нибудь такое придумать, а? Сотворить. Ну что, по женской? По женской можно. Почему нет? Только надо как поконкретнее, уставные цели там, понимаешь, и так далее. Ну, допустим, цели какие-нибудь благородные. Помощь многодетным брошенным матерям. Ничего. Искусственное семенение. Ну, во-первых, неуставные, уставные. Привыкай к словам. Уставные. Скажи мне, а нахрена многодетным матерям? Ну, это осеменение. Нет, ну это только для тех, у кого там с личной жизнью проблемы. А так он многопрофильный будет, понимаешь? Такой женский благотворительный фонд. ЖБФ, а? Как? ЖБФ. Тереза. Слушай, ничего. Жор, класс. Ну? Че, давай зарегистрируем. Ну, хорошо. А дальше что? Жора. Жора, дальше без дня. Так. Дальше мы с тобой с льготным налогообложением, так, и с благородными целями, угу, беремся, ну, скажем, да, к примеру, ну, за сигареты, да? Так. За сигареты. Да что с ними сигареты? Мы беремся сразу за компьютеризацию. Чуть-чуть. Компьютеризацию, школу, учреждений. Понимаете? То есть ты хочешь к моим бабам этих детишек, что ли, приклеить? Значит так, Жора, у меня есть один хитрый лимит, по которому я могу на нефти бабки закупить большую, подчеркиваю, крупную партию компьютеров, да, для детей. Да. Понимаешь? Ну? Ну, я и говорю. Значит, ты хочешь приклеить моим бабам этих детишек? Да в задницу, прости, Господи, в задницу детишек. Главное, что ты поедешь туда, закупишь товар, обрастешь связями, знакомствами. А здесь мы его толкнем, знаешь как? Я тебе обещаю 1000% прибыли. Минимум. Так. Пока на рынке нет внутренней цены, Жора, ты знаешь, какой момент? Нет, ну, конечно, надо будет стегнуть там туда-сюда, мне бабки немало. Это я знаю. Но самое главное, Жора, самое главное, что это не золотая жила. Это и есть клондайк. Есть клондайк, Жора. Хорошо, хорошо. А куда ехать? Да близко. По нынешним меркам. Штаты. В Америку. В Северную. В Гондурас ее нет. Ну, в Штаты, я же тебе сказал. Ну? Ну, хорошо. Уговорил. Поеду. А, как славно. Давай. Жора, как славно. У меня к тебе просьба. Жора, ну тут без этой непрезентабельной морды. Я тебя прошу. Жора, ну что ты смотришь на меня? Жора, ну он в самый ответственный момент на пресс-конференции фикус наблюет. Ну ладно, наблюет. Наблевать-то мы все мастера. Это же не причина. Это не причина. Да, это не причина. Это прихоть моя, это каприз мой. Жора, понимаешь, в чем дело? Я мальчонкой все время проигрывал. А он меня в моем почтенном возрасте, подчеркиваю, в почтенном возрасте растоптал. Это же не причина. Это не причина, нет. Это не причина, это каприз мой. Жора, понимаешь, это мой каприз. Вот так, вот такое я оно. Понимаешь, Жора, но у него другая группа крови, понимаешь? Мой партнер отстранен от ведения реальных дел. Кем, когда? Мной сейчас. О, класс. Жора, высокий класс. Знаешь, за что выпьем? Конечно. За симбиоз. Симбиоз – это когда два организма… О, Господи. Вот этот полусухой закон. Эй, слышь, друг, слабо махнуться. На время, а? Через часик здесь, на этом месте. Ну, давай. Годится? Давай. Очки в комплект входят? Командир, а ключи? Держи. как смотрится? Это откуда такой благотворительный жест? Бери. Я тебе весь спектр отдаю. Благотворительность вся твоя. Командой, только не зарывайся. Пошли. Я тебя там с врачами познакомлю. Привез пару штук. Зарплату им только не задерживай, у меня к тебе просьба, и все. Ясно. Ну, ты далеко. Да я в командировку там. Длительную? Я не знаю там. Как получится. Ясно. Чего тебе ясно? Ну, что тебе ясно? Ну, игра в подкидного. Знаешь, как? Просто, мимоходом, спокойно. Что спокойно? Спокойно, спокойно. В каком смысле в подкидном? Что в смысле? Ну, в смысле как? Не понимаешь, как кидают? Ну, кинули и кинули. И шарят дальше. Подхихикивая, может быть, улыбаясь, нежно, ласково. Лоху. Ладно, ладно. Прекрати глупости. Пошли. Пошли, там люди ждут. Персонал, понимаешь? Персонал. Ушел с поста. Пошли. Иду, бегу. Уже бегу. Да ты крути там, давай, не стой. Ой, боже мой. Как смешно. Явился принц. Ничуть не запылившись. С днем рождения. Спасибо. Я галстука делал. Давай. С днем рождения дочери. А, спасибо. Ну, ладно. Хватит меня подать. Ольга, я пойду. Смотри, вошел. Ну, с днем рождения дочери. Ну, с днем рождения дочери. Спасибо. Ольга, у тебя что там люди? Какие там люди? Люди на митингах, люди на площадях, дурак. А где Маришка? Черт, я знаю, ушла куда-то. Я никогда тебя такой не видел. Ты что, пьяная, да? Началась! Ты меня не видел? Я-то тебя как видела, дорогой ты мой. Когда я ничего не видя, ничего не соображая. Без памяти, на ощупь, от другой стороны. Ну, погоди. Я хочу тебе сказать, я когда пьяный, я всегда добрый. А я-то как добро сегодня, что ни словами, ни стихами, только песенку спеть. Мне ненавидеть тебя надо, Алзона. Роза, Гертруда, люблю. Ну ладно. Ой, ладно. Цветочки в банку поставлю 3-литровую. Пасочку купил вчера единственную. А ты деньжаточку мне принес. Деньжаточку. Слушай, принес, выключи эту чувственную музыку. Принес. Деньжат принес. Да принес я твоих деньжат. Ну, хоть принес, тогда выключу. Ольга. А чудный букетик, да, Лютики, цветочки. Экологически чистые, по запаху Ольга. Чувствую. А, сам вырастил? Ольга. Нет, не сам. Купил в магазине. Рубль 50. Ой, Ольга. Оля. Оля. Ольга. Подними. Ходи. Хожу. Куда ходить? Куда ходить? Ходить, ходить. Ну, пошел. Хорошечка. Королик. Да, бросил. Я бросил. Вот туда. Убирай. Ну, все. Пошел. Представляешь? Этот говнюк. В Америке ошивается. Падла снюхался за моей спиной там. Вот если бы я не пришел в этот москонцерт из ядерного учреждения, да я бы им показал застранцам всю эту развязку. Можно? Я же сказал, закрывай двери, что ты… А рабочий день закончен, все, мамаш. Да я только хочу стать мамашей. Объявление в газете прочитал и сразу к вам, вот. Ну, хорошо, вы знаете, это самое, приходите завтра, сейчас уже все, нет, понимаете? Ну, нет, ну мы не железные же, правильно? Ну, а сегодня я из Ивантеевки приехал. Ну, что Ивантеевка? Ивантеевка, вон за углом, можно сказать, это не бойная сырость какой-нибудь, правильно? Приходите завтра, все. Семя скисло, холодильник сломался. А вы завтра приезжайте к 11, новые поступят, свежие, импортные, ядреные, раз залетите, ну. Да. Вот, и доктор вас без очереди запишет, и все. Пиши, доктор, пишите. Он сейчас. Я записываю, не волнуйтесь. 11:23. Только не опаздывайте. Да. Как фамилия? Смирнова. Смирнова. Можно узнать, кто будет донор? А семя сопровождается фотографией донора. И в фас, и в профиль, как в ментовке. А вам кого хотелось-то? Мальчика. Брюнет, блондин? Брюнет. Цвет глаз? Голубой. На кого похож? На Никиту Михалкова. На Никиту сложно. Смотри, как хватит. По-моему, клеит. Трудно. Ну, можно. Можно, концы остались. Связи есть, родня. Ну, дорого. Я готова на все. Дорого. Аванс можете внести? 3 тонны. Да. Баксов. Да. Подождите, я сейчас. У нас другие правила арифметики. Ты когда-то говорил, и здесь не Сицилия. Помнишь? Помнишь, да? И о какой сумме речь? Ты пока 0. И сделать хочу, чтобы перед нулем что-то возникло. Что? Цифра. Какая? 17 миллионов кредита твой фонд получит. Деревянных? Ты хочешь меня рассмешить? Нет. Ну, Вахтанг, помилуй. Кто же мне даст такой кредит, это еще и в долларах? Что надо, тот и даст. Под гарантией правительства России. Сегодня там широкие люди собрались, спешат, поэтому не торгуются. Кредит? А на что? Зачем? На что? Ну что надо? Помилуй, надо геморрой. ответственность, бухгалтерия. У меня и бухгалтера-то нормального нет. Есть одна бабуля, которая еле на печать дышит. Мой бухгалтер все сделает. Ты только подпишешь то, что он принесет. Два раза подпишешь. Сначала и потом. А если сначала подпишу, а потом нет? Ну, тогда камень к башмакам и в Яузу. Да ну и в Яузу. Мелкая, грязная. Башка будет торчать над водой. Не беспокойся, не беспокойся. Я сделаю так, чтобы голова над водой не торчала бы. Да? Да, 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 логично, логично, логично. Значит, договорились. Деньги придут и сразу уйдут. Куда же это они сразу уйдут? Блядь. Куда надо? Ну, а мне? Вот это вопрос. Тебе 3% за услуги. Ты знаешь, какая это сумма? 500 с лишним тысяч долларов для начала. Все ясно? Знаешь, пока не ясно. И правильно. Ой, Вахтанг, Вахтанг. Посудят. Слушай, кто занимается посадками, когда время собирать урожай? Нет такого идиота в этом дурдоме. И вообще, в дурдоме идиотов нет. Здравствуй, Жорочка, здравствуй, дорогой. Ты меня почти утра повстречаешь, чтоб, не дай бог, что налево не толкнул. Ой, Жора, я тебя умоляю, где сейчас лево, где сейчас право? Сейчас лучше где-нибудь, знаешь, так посерединочке или вдоль. Ну ладно, давай к делу. Что, привез? Чего? Как же, партию компьютеров. Компьютеры? Да. Завтра грузовым рейсом прибудут. Хорошо. Я сам разгружу, сам насчет склада договорюсь. Класс. Там программу наверху компьютеризации не прикрыли? Тьфу, типун на язык, ты что, с ума сошел? Сейчас ящик поставить где-нибудь там у директора или у главного бухгалтера, это все равно, что с нами победитель лесов соревнований в красном уголке, понял? Понял, понял. Тогда, Петя, подгребай лимит. Подгребем. Всю страну охватим. Охватим? А? Договорились. Ну давай, я тебе помогу. Поехали. Земляник! Во-первых, здесь вот сбоку есть звоночек. И нормальному человеку достаточно нажать кнопочку, а не орать на весь поселок. Не беспокоить заслуженных граждан. А во-вторых… Ладно, ладно, прости, земляник. Катись отсюда в свой Вашингтон. Собаку на тебя спущу. Ладно, какая собака? Она при твоем образе жизни сдохла бы давно. А? Я у соседей одолжу. Очень злую собачку. Денег они мне не дают, но собаку сколько хочешь. Так что давай, катись-ка. Ну ладно, ладно, подожди. Александр Михайлович, земляник, подожди, ты мне нужен очень. Подожди! Забор сломаешь, посажу. Земляничка. Земляника! Сволочь такая. Земляник, ну где твоя собака? Слышь? Земляник! Спину каждый день дыхание лет, а я хочу понять, как сохнет слеза, но жизни не хватает. Он узнал в толпе мое лицо, все те же пьяные глаза, а я боялся, всяк бывает, не узнает. Ты был из тех, кто лучше всех, ты лучше целых новых двух. Мы настоящие сварщики. Все, что будет позади, мы нашей дружбой пьяны. Мы для них пропащие, кто пропащий захотел. Выпьем, пропадем при свете луны. Выпьем, пропадем при свете луны. Выпьем, пропадем. Я узнал в толпе его лицо. Я узнал в толпе его лицо. Я узнал в толпе его лицо. Я узнал в толпе его лицо.